Арсений Куликов. Сколько тебе лет и из какого города ты приехал? Мне 12 лет, и я из Москвы. Какую ты музыку любишь слушать? Ну, вообще, мне нравится рок, тяжелый рок, металл и поп. Ну, и классическая тоже. Что тебе понравилось на конкурсе? Ну, мне понравился сам конкурс, его участники, те, кто спели. Чем ты еще занимаешься, кроме музыки? Ну, я работаю в театре, пою в ансамбле эстрадные песни, ну и создаю музыку. Что ты хочешь пожелать участникам этого конкурса? Ну, удачи, счастья, ну и любви, конечно. А что ты хочешь пожелать конкурсу? Конкурс, чтобы дальше продвигался и дольше жил. Какая у тебя любимая песня из репертуара? Из репертуара? Ну, у меня их вообще две. Это «Красный конь» и песня «Hero». А сколько лет ты занимаешься музыкой? Уже 6 лет. С кем из известных людей ты бы хотел встретиться? Это трудный вопрос, но с теми, с кем встретиться, я уже встретился на «Голос дети». Что бы хотела ты пожелать своему педагогу? Педагогу, чтобы он на меня не сердился, чтобы дальше продолжал меня учить. Мы вместе!